Добрый, на связи Амка Баски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Fallout 4, это 165-я часть. И сегодня мы с вами продолжим исследовать светящееся море. Может быть, даже закончим. Но это не точно. Так, если кто подзабыл, мы прошлись по вот этой параллели. Теперь нам надо идти на вот эту вот параллель. Поэтому ты прохнемся к заводу. Скоро уровень получим. Апнем ловкости. Будет равно четверочке. Так. Антирадин. Тут Радекс кончился. Так, ну и погнали. Нам туда. Ну, как бы да. Так, мы сейчас будем осматривать этот квадрат, правильно? Да. До сюда. Да ладно, дерево летает в воздухе. Ну, я, конечно, все понимаю, но... Разработчики. Ну, это же светящееся море. Тут же никто не будет смотреть на объекты. Все будут быстрее бежать отсюда. Ну, наверное, так полагалось. Ух, в воспаленном сознании. Да давай, давай, да. Тут прямая земля. Почему залезть-то? А, ну, уже... Бред. Мы не можем пойти туда. Полагает последний квадрат этот. Часть. Ну да, где-то так. Так, только нормально ведь сделать. А, ну тут как-то полуграница, по сути. Значит, еще там нет. Следующий квадрат. Тогда сюда идем. Где-то так. Ну, почти. Угу. Ну, до сюда, наверное, да, половинка будет. Да даже больше. Тоже что-то особо ничего не обнаружено. Пес. Глупый пес. Все из-за тебя. На удивление пусто. Пустоши. Действительно. Так, ну чисто. Этот квадрат и смотрели, теперь этот. Шлопай-ка. Ай. Чё, нихрена не понимаю. Блин, местность не в нашу пользу. Минус один. Второй. Не все, к счастью, для нас. А все. В смысле, кто-то еще был? Я не вижу. А, вижу. Иди сюда, паскуда мелкая. Здесь. Здесь, я сказал. Левел почти дан. Звук. Прикольный. Однако. Однако дратути. Однако дотведути. Давай, давай, прыгай. Ну, как бы все. Половинка осмотрена.
Вот сейчас смотрим. Ух, ни хрена себе. Это гром на улице. Сейчас только что дождь закончился. Такая жесткая гроза была. Окно открыто. А это такое, давай посмотрим. Да. Ну, тут ни хрена нет. То, что было, мы перебили. Ну, в принципе, тоже верно. Не, ну тут реально ничего нет. Окей. Следующий квадрат. Ну ладно, с этой стороны можем пройтись. Фаутом и Скайландс. Нет? Скайландс. Нет, какой-то любительский самолет. Иди сюда, паскуд мелкие. Что это было? Давай, паскуд мелкие. Ну вот жарили, а второй. Давай. Уровень 85 левел. Теперь ловкость равна 4. Фима открыли перк. Песочный человек. Служа самой смерти, вы можете мгновенно убивать спящих. Урон скрытых атак при использовании оружия служителем увеличен на 15%. О, кстати, это здорово. Для нас с вами. У нас есть такое оружие хорошее. Пам-пам-пам-пам. Карту. А мы это, наверное, посмотрим, да? Ну, здесь самолет-то разбился, но... А, подождите. Электросхему вижу. Опа, тут военная электросхема есть. Наверное, он их перевозил. Да нет, на самом деле это... Как я понял, предполагается... Здесь, как я понял, предполагается то, что... Это военная микросхема самого самолета. Ну, это ожидаемо. Видать, они были, возможно, подняты. Либо подняты по тревоге, чтобы перехватить бомбу, либо это тот самый самолет, который бомбу и нес. Одно из. Ну, тут явно ничего нет. Либо там кратер. Сейчас глянем. Ну это хрень уже на том квадрате. Ну, конечно же, глянем, но чуть позже. А кстати, сколько у нас там чуть-чуть есть? Угу. Да, то же самое. Ладно, этот... Сколько тут еще квадратов? Раз, два, три. Кашель вместо груди. Ну, что-то типа. Но это не точно. Где-то так? Дальше, наверное. Нет, вполне норм. Тут была электростанция. Судя по тому, что лужа, возможно, ядерная.
Кто-то я здесь не наблюдаю. Но мы можем залезть наверх. А! Да, ядерная. Очевидно. Ну а толку-то, то, что мы можем залезть наверх. Тут просто тусовались кто? Коп смерти. Дед Клаус. И мы их, конечно же, перебили. Тоже чисто. Угу. Это дохлый? Да. За палки, а деревья, ладно, из них торчат палки, выглядел немножко странно. Все, угу. Все, это квадрат осмотрим. Где-то здесь, наверное. Угу. Тоже убиты нами. Чего так трясет? Чувак, не трясись. Опа. За это дело такой страшный звук, типа что-то серьезное. Ну подумаешь, коп смерти. Немножко смелел. Ну кто? Вот это пострадал. Мы или коп смерти? Ответ очевиден. Даже не понял, откуда он выстрелился, ну да ладно. Его трудности не наши. Да, здесь. Коляка. Фабрику Нила. Капайся, тварь. Лазь, ни хрена себе! Ловлю, 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 ловлю. Ищ. Типа что это было? Наверное, охренел не меньше нашего. Да он-то явно. Так, подождите, я немножко сбился. Во-первых, тебя тоже болтать. Это фабрика Унила, да? Да, семейная фабрика Унила. Но мы ее не трогаем. Мы вот этот квадрат шли смотреть. Подождите. Мы смотрели? Да, 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 смотрели. Досмотрели мы этот квадрат. Не туда идем. Подождите. Я запутался, куда мы вообще идем? Вот сюда. Да, 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 смотрели. Наш квадрат, вот он. Плюс-минус так. Фабрику не трогаю. Успеем потрогать еще.
хрена нет. Вроде как. Тут мы разбирались. Вы ж поэтому? Да-да-да, поэтому. Ну чисто тут нет ни хрена. И хрена тоже нет. Вообще ничего нет. Это правда. True story. Помощь. Антиродин. Антиродин. Угу. Привет, чувак. Чувак, что-то здесь забыл. Ну вот на радиацию, похрен. Ну, в принципе, тоже верно. Вот и автострада. Стакада. На ней ничего нет. Точно? Точно. Прикажу щит. Молодец. Ну давай, а это что? Их. Ключ бронесин для правой руки. Пожалуйста, сопротивляемся энергии урона по мере уменьшения здоровья. Плюс 35. Угу. Ну, я так полагаю, тут все тогда. Ладно, допустим. Вот вам Skylands. Ну, точнее, часть Skylands. Нет, ничего хорошего нет. Сверху. Посмотрим. Что-то звуки. Это мы обутаем. Вы серьезно, один, два ящика, три. То мало. Блин, тут фанит вообще-то. Такое себе удовольствие. Угу. Наверху что-то есть. Рейс Каланс 1665. 1665. Так. Так. Угу. 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 Так. Угу. Так. Ну все, это параллель доосмотрено. Следующее будет еще короче. Третий по счету, да? Да. Мне уже реально тошнит от этих параллелей. Не представляете, насколько. Ну, добить-то мы их должны. Это истина. True история. Третья. А, есть смысл от этого освещения. Ну, вообще не серьезный. С этой стороны тут зона тоже будет сокращаться. Сейчас.
Дальше мы не пройдем, да? Да. Так, ай. Это глупый пес. Это глупый пес. Подождите, мы сейчас смотрим третий. Да, это ходит сюда. Тогда, конечно, такие вопросы. Скалистая пещера. Угу. Фигня себе. Я сел тут. Вроде как самая южная локация в игре. Ну это, конечно, не точно. Но правила общие. Тран-тра-та-тан, тран-тра-та-тан, тран-та-та-тан, тран-тра-та-тан, тран-та-тан, тран-та-тан. Что-то мне подсказывает, что-то мне подсказывает, что тут ни хрена нет. Что-то мне подсказывает, что так и есть. Так. Угу. Нифига. Только большое радиоактивное поле. Ни хрена, короче, тут нет. Это официально. Белый кубок смерти. Расист, расист, убить. Хотя черный мог усилить, замочить когти смерти. Ну подойди поближе. Серебряная расческа. Что-то там серебряное было. Ну, потому что он белый. Поэтому серебристый. Ну, тут уже проще. Тут автострада почти вплотную подходит. Где-то... Ну, еще чуть-чуть южнее. Где-то так. Ну, где-то плюс-минус. Да-да-да. Да. Пять объектов летают в воздухе.
Я его не убивал. По мере, я этого не помню. Может, когда-нибудь... откуда-нибудь отсюда запустил его в космос, он до сюда долетел. Ну, вряд ли. Да нет, конечно. Ну, идея прикольная, конечно. Все по этой системе. Потрясающе. Походу, тут какая-то потасовка была. Ну и убийца я здесь не нахожу. Давайте. Радиация кончилась. Радекс. Есть радекса. Ну да, еще вот потихонечку набирается. Слишком уж потихонечку. Угу. Так. Well. Thanks. Все. Ну, как бы да, ну и как бы нет. Может быть, тут что-то есть, но мы знаем, что тут ничего нет. Да. Пустота. Пустошь. Пам. Парабара папа пам. Парабара папа пам. Папам 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 пам. Парабара папа пам. Парабара папа пам. Папам папам. Ну и тут уже граница. Прикольное здание. Там находится лучезарная дельта. Потом его посетим. Сейчас Конрад только досмотрим. Ну все, это квадрат осмотрен. Ну тут маленький отросточек, на том квадрате находится. А. Ну. Можем его посмотреть. Ну, смысла нет. Зорный участок. Я его не буду сейчас лутать. Лысин пень. А, вот он, значит, это самый южный. Так, эту параллель мы досмотрели. Нет, стоп, вот эту параллель мы смотрели. Ну что, эти две остаются. Ну там, по-моему, на последнюю либо заходить нельзя, либо она очень маленькая. Так, часы говорят, что половину части мы записали. Вот их больше нигде не стоит. Так, этот квадрат. Да. Мы не пойдем сейчас. Прыгай. Угу.
мы не можем пойти туда. Ну, то есть даже уже тут нас ограничивают, это идеально. Perfect crime. Подождите, квадрат так вообще проходит. Мы туда пойти не можем. Да нет, там еще. А, и что сейчас сами их же не включил? Так, все включил. Это плент, не глюч. Еще раз. То, что-то эдакое величественное, но ни хрена здесь нет. Просто каньон какой-то. Пустой. И желтый. И желтый. Пусто. Да ё-моё, ещё такие заклюки странные происходят. Тут тоже ничего нет. Ну, я так полагаю, тут тоже ничего не будет. Ну, а смотреть-то мы обязаны. Вдруг тут что-то ценное. В скобках нет. Если что-то ценное будет, мы это за милю увидим. Крест. Выглядит очень странно. И нелепо, и нелепо. Всего обнаружил врага. Иди сюда. Блин, место не нашел. Ай, сколько у вас двое? Лови мухи. Еще один улетел. Да. Ну, реально лохи. Пепла света здесь не наблюдается. Однако. Ну хорошо, что хоть желтые его были. Ну да, я говорю, это лучезарная дельта, типа глаз, да, всевидящий ухо и треугольник. Причем принципиально недоделанный. Что бы это могло быть? Ну, осталась последняя штука. По-моему, туда даже я не уверен, что можно зайти. Ну, а если можно зайти, там еще не факт, что до самого и южной границы мы дойдем. Так что радуйтесь, почти все. Так, ну, темнеет. Даже без этого. Тьма лучший друг молодежи. Нет, пустоши. Светящегося моря. По сути дела, мы все вычислили. Теперь тут нет никакой нечисти. Огромная работа. Ван Хельсинг не одобряет. Почему не одобряет? Ну, конкурент. Ай, ай, угу. Подождите, я может это... да. Что, нельзя туда? Прям совсем нельзя. Нет, можно, подождите.
Туда нельзя даже, это вообще здорово. Ну, вдоль границы тогда должен пройти, чтобы убедиться. Да, блин, ну... Наверное, вот этот рельеф для этого специально был сделан. Я так полагаю, раз тут огорожено, туда мы и попадем. Самая южная часть. Мы не можем пойти туда. Поздравляю, мы дошли до самого юга. Тут. Все, поздравляю. Мы это сделали. We are doing. Do it. Так, что там у нас с весом? Ну а теперь, раз уж мы это сделали, наконец-то мы это сделали. Фух. Это было потно, не скрою. Я предлагаю сейчас выгрузиться, пойти полутать локации. И начнем мы с пещеры. Не скалистой, а другой. А именно с гаража, не отмеченного близ нее. Блин, так непривычно видеть нормальные пустоши. Еще некоторое время нам придется. Ну все, мы осмотрели полностью всю зону, чем нас и поздравляем. Но теперь нам надо заняться кое-чем другим. А именно, как вы догадываетесь, облутать все локации в этой зоне. Начиная от Посейдона, который, наверное, надо облутать в самую последнюю учить, заканчивая всем остальным. Так что нам осталось немного. Пару частей на все это, наверное. Хлам. Нет. Вспышка. Оружие. Угу. Все, да? Да. Хлама нет. Помощь. Тампончики. Тампончики! Ну, там пробел пончики. Ну да, обожаю эту игру слов. Любую игру слов. Ну да. Это я оставлю. Граммовая, что-то маленькая. Еще возьму Радекса. Наш локацию будем лутать. Да. Сюда бронь. Сюда все ценное. Ее нет. Ценности. А, ну пса изнасилует тогда. Даже без этого. Отлично.
Neverland. Честно говоря, не уверен, что это дает эффект, но все-таки. Хотя бы крышки забрать. Ну, и счастливить Пайпер, да? Газетенку. А, ну что-то типа того. Делать я ничего. Есть такое. Пес. Тебя еще прибью. Так, теперь. Это вторая пещера. Где-то здесь, значит, есть ход в гараж. Там был с лифтом еще. Вот начнем с него, пожалуй. Фонит. А где гараж? Сейчас найдем. То ли к северу, то ли к югу. Мы найдем его, мы найдем. Это найдем, найдем. Да не надо так фонить. Хочу я антирадин взять. Да, оно. Это лифт. А тут была дверка. Гараж. Лучше начинать с неотмеченных локаций, а то можем забыть. Где находится? Так и называется гараж, да? Это туда же... Да, гараж. Ну, давайте смотреть. Стою, мертвая. Вообще-то не мертвая. Что-то какие-то реально мертвые. Ну, по крайней мере, тут не фонит. Ну, это аргумент. Все. Очень сложный замок. Как был ценный. Опять. Ха-ха, блин, яблоки. Пес. Короче, тут можно фармить длинные яблоки, если они вам нужны. Ну да, неплохое местечко. Может даже отоспаться как следует. Спальных мешков. Угу. Не пройти. Пришли мы оттуда, правильно? Да. Там есть лифт, да? Ну, что-то похожее. Тут завалено, не пройти. Странный эффект. Тут нет света, а тут есть. Мистика. То есть туда типа не попасть, только на лифте спускаться, если, да? Да. Ну, ответ тогда очевиден. С этой стороны мы все, что могли осмотреть, осмотрели. Так ведь? Да-да, конечно. Что могли пропустить там? Да вот именно. Опа, там что-то есть. Там что-то есть. А-а. Ну, это уже поинтереснее.
Еще один уровень подводный. Скулят. Ожат, как ты смерти. Иди сюда, поскольку не надо. Тут у нас закончен лифт, тот самый, я так полагаю. Ну да, куда мы пришли. Значит, остается только путь сюда. Ага, это тот самый огонь, который просвечивался. Вот он, выход на лифт. Да ладно. Шматы. К выходу. Так, все. Теперь облутано. Обломись, пес. Так, что там по весу? Есть много веса. Так, это место мы осмотрели. Теперь предлагаю лутануть что? Семейную фабрику О'Нила. Давайте вот тут все облутаем. Экстерьерная локация. Так, сюда можно залезть. Нет. Да, а толку? Ноль. Макслок. А где официальный вход? Не, серьезно, где официальный вход? Вот он. Фонит. Я видел его и знал, что сейчас нападет, он как-то слишком громко и резко прилетел. Неприятно. Слово совсем. Ну и смысл этот пункт, если там еще нет. Станция брони обслуживания. Да ладно, тут только один бот был. Ну как-то не серьезно, что ли. Слово совсем. Угу. Чем занимался эта фабрика? История умалчивает. Терминал. Открыть. Дверь на терминал ремонтной мастерской. Сведения установлены, замок двери на крыше деактивирован. Открытие двери. Накладные. Счета. Уильям Томас. Клиент. Уильям Томас. Проблема. Мистер помощник примерно 4 раза в день теряет мобильность и падает. На вопрос о возможных причинах проблемы Уилл ответил,
что соседские дети кидали в робота бейсбольные мячи. Однако при осмотре физических повреждений не выявлено. Работа 16 часов. Отчет механика. Физического ущерба не выявлено, однако один из парней действительно обнаружил внутри несколько выпавших винтов. Угу. При дальнейшем осмотре выяснилось, что один или несколько из этих винтов заставляли срабатывать выключатель двигателя, что и приводило к падению помощника. Угу. Джеред Бин. Проблема. Джеред привез своего мистера помощника, потому что заметил, что тот постоянно натыкается на предметы в доме. Работа 8 часов. Насчет механика. Два из трех оптических сенсоров были подключены неправильно, из-за чего робот неправильно анализировал поступающие данные об окружающей обстановке. Кто-то очень сильно его модифицировал и, скорее всего, процесс нарушил все существующие федеральные законы. Джессика Маккан. Проблема. Джессика привезла протектрон, принадлежащий ее компании, после того, как ее коллеги стали жаловаться на исходящий от роботов запах плесени. Когда ее спросили о возможных причинах проблемы, Джессика сообщила, что на прошлой неделе компания устроила вечеринку, в ходе которой ситуация, возможно, вышла из-под контроля. Протектрон, возможно, принял участие в всеобщем купании в бассейне. Работа 4 часа. Отчет механика. Нижнее отделение было полностью заполнено водой. Вода удалена, отделение очищено от грязи, сполоснуто и высушено. Прикольные ссылочки. Значит, дверка сверху открыта, можно туда зайти. Так, а... Ага, все ясно. Значит, семейная фабрика Унила занималась ремонтом роботов. Все ясно. Неужели я их не вытал? Там дверь как-то сверху. Да ладно. Сейчас я вижу, что там у нас. А этих костей здесь не было. Да умри ты уже. Ну что тут у нас? Очень странная поза. Не буду мешать вам заниматься всякими приличными вещами. И все. И все. Так, это мы облутали. Дальше по плану, наверное, полуразрушенный завод. Либо он тоже экстерьерный. Потом фабрику Вирджила. А ты больше не действует. Какое разочарование. Ну давайте осмотрим это место. Что здесь есть, чего нет. Что счету. На самом деле мало чего здесь есть, мало что здесь есть. Полезные штучки. Обычное назначение. Обычное карта наведения. Ну да, всякие роболут. Здорово. Мелочь, конечно, но приятно. Твой ящик поставили? Лель. Ладно. Разрабы накосячили. Пойти тут тоже, конечно же, никуда нельзя. Нет. Это самое здание. Да. Чувак.
Отсылка на Терминатора явная. I'll be back. Даже не ломается. Так, ладно, лутанули. Скалистую пещеру. Небольшие локации. Легко лутаемые. Да, Радекс больше не действует. Лаборатория Вёрджила. Самое прикольное, что они не агрессивны. Ах, он вообще такое, что-то эдакое. Блин, это воровство. Терминал... О, наука Тесла. Наш выпуск журнала «Наука Теслы». Энергетическое оружие наносит на 5% больше критического урона. Tesla Science Magazine. Выпуск третий. Rocket Science for Toddlers. Ракета строительная наука, назовем так, ну или ракетная, кому как больше нравится. Для тоддлеров. Ну или по-другому, для мелких детишек, скажем так. Который еще под гузенько ходит. Ну да, прикольно. Прикольненько так выглядит. Пам-пам, пара-пам-пам. Пам-пам, пара-пам. Но это не является преступлением. Бекки-бекки. Поэтому его можно лутануть. Да, меня это устроит. Да ладно. Ну как вы можете догадаться, здесь живет Вёрджил. С Вёрджилом мы познакомимся по сюжету. Поэтому тут ничего грабить пока не будем. А вот терминал почитаем. Записью журнала номер один. В ремонтной мастерской оказался старый терминал. Работает. Сложно печатать, пальцы слишком большие. Большие. Продолжаю поиски ингредиентов для сыворотки. Теперь это единственная надежда. Запись на 2. Материал... Ладно, я буду считать нормально. Материал сложно найти. Светящееся море слишком пострадало во время войны. Плохо продумал последствия, забылся только о выживании, пытаюсь уйти от преследования. Преследование. Возможно, люди в кратере смогут помочь. Явно неравновешенные, но, судя по всему, у них иммунитет к радиации. Жаль, Холдера не видит. Эх, надеюсь, у них есть клавиатура побольше. Запись на 3. Дети Атома помочь не могут. У них такая же нехватка материалов, но они слишком гордые, чтобы признать отчаянное положение. Периодически притупляются ощущения в конечностях. Небольшие провалы в памяти. Пытаюсь сохранить позитивный настрой, но если состояние ухудшится, срочно нужно воспроизвести сыворотку. Ну, заметь, что опечатки становятся все жестче и жестче, значит, и пальцы становятся все больше и больше, судя по всему. Четвертая запись. Здесь сыворотку не сделать. Инструмента нет, пальцы слишком неуклюжие для тонкой работы. Печатать все сложнее, очень бесит. Вернуться за первым образцом сыворотки невозможно. Пора задуматься, что делать, если мое состояние необратимо. Роботов включить не можем. Типа что-то жуткое мы сейчас увидели. Пам-пам-пам-пам. Protect and serve. Protect and serve. Ну, облутаем это место потом. Когда познакомимся с Вёрджилом по сюжету. И это все остальное позабираем. Самое главное, чтобы журнальчик забрали. Так, теперь что? Это осмотрено. Пещерку. Потом. Давайте полуразрушенный реактор. Это очень маленькие локации. Пёс,
ничего здесь нет. Что я сделал? Откуда сирена идет? Вот так. Вот оттуда. Смертельно помышлял. Угу. Второй блок. Наши не попасть. При желании можно. Но интересно, здесь мало. Что можно найти? Точнее, нельзя найти. Ну да. Ну, там едет реактор. Да? Давайте выйти. Наверх запрыгнуть получится. Ай, не получилось. Не помогло. Нет. Нет. Может быть и можно, но махаться я не буду. Вообще не интересно. Там, наверное, тоже заходим. Да нет. Ну все, это место не утонули. Дальше у нас идет кратер. Ну давайте кратера. Мне часы подсказывают, что часть пора уже заканчивать. Поэтому мы просто туда тпхнемся, а в следующей части залутаем его, плюс поговорим со всеми местными обывателями. Так, ну сейчас заканчиваем итог сегодняшний. Мы досмотрели наконец-то с вами все светящееся море с экстерьерной точки зрения. Теперь осталось облутать локации только. Ну да. А дальше уже можно будет идти в новую секцию. Ага. Плюс мы апнули сегодня уровень. На связи был... Ну и посмотрели, какая локация. На связи был МК Баски. Мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео. Наши с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока.